Добрый день, дорогие друзья! Сегодня лето 2016 года. Я записываю это видео для особенных людей. Я не знаю, какой сейчас год, но я думаю, что это далекое будущее. Я знаю, что это видео сохранено, и его сейчас видят другие люди. Если ты видишь меня сегодня, помни, ты в сопротивлении. Ты тот, кто сопротивляешься другим. Сейчас время очень жестокое. Миллиарды людей исчезли с планеты Земля. Вы не понимаете, что происходит. Одни говорят, их забрали инопланетяне, НЛО. Вторые говорят, что какой-то вирус уничтожил людей. Третьи говорят, Господь Иисус забрал людей на Землю. Многие говорят многое. Сегодня христиан запрещают. Не знаю, на какой это стадии. Сначала будет стадия маленькая. А потом стадия будет все больше и больше и больше. Потом христиан будет сажать в тюрьмы, и будет все более страшно. Появится диктатор, который будет управлять огромной массированной страной, в которую будет входить 10 больших стран. Германия, Россия, Великобритания и другие страны. Этот лидер подпишет 7-летний договор с Израилем. Мирный договор. Но через 3,5 года он этот договор разрушит и пойдет войной на Израиль. Воевать он будет не только с Израилем. Воевать он будет со многими. У него будет метка. Микрочип, который будет вживлять людям в лоб или сюда, в руку. И никто не сможет ни купить, ни продать, не имея этой метки. Но тот, кто примет эту метку, навсегда потеряет душу, потеряет жизнь. Он станет рабом и поклонникам Антихриста. Этот лидер, его называют по-разному. У него есть фамилия, имя, отчество. Но Библия говорит, что он Антихрист, посланный сатаной для того, чтобы уничтожить жителей Земли. Знаете, не все так страшно. Я понимаю, что вас сегодня гонят. Вы голодные, холодные, вам плохо. Но помните, это будет недолго. Это будет всего лишь 7 лет. Я не знаю, забрали уже церковь или нет. Если еще церковь здесь на земле, хорошо. Но придет момент, когда церковь будет забрана. И тогда будет очень тяжело. Если ты меня помнишь, если ты меня видишь, если ты меня сейчас слышишь, помни, ты сопротивление. Кому же ты сопротивляешься? Ты воин. И ты имеешь свое оружие. И ты сопротивляешься. Кому? Ты сопротивляешься не людям. Потому что мы воюем не против людей, мы воюем против системы, которую запланировал Антихрист. Этот всемирный диктатор, который придет лезть и будет говорить приятные вещи, а потом, через 3,5 года, будет убивать огромное количество людей. Твое оружие – это не оружие, не пули, не автоматы, не бомбы, не гранаты. Твое оружие – Слово Божье. Твое оружие – любовь. Носи с собой это оружие. Оно очень важно для тебя и для других людей. Дорогой друг, если ты слышишь меня сегодня, ситуация очень ужасная, очень тяжелая, то помни, знай, ты сопротивление, и ты сможешь выстоять. Помни, знай, это время ограничено. Этому времени дано только 7 лет. 7 лет с того дня, когда этот антихрист, этот диктатор придет к власти. Он будет к власти 7 лет. Он будет к власти, при власти 7 лет. И через 7 лет придет Иисус. И он уничтожит этого правителя. И сам Иисус будет правителем на планете Земля. Его управление будет любовь. Дорогой друг, если ты видишь меня сейчас, помни, ты сопротивление. Но помни, твое оружие – это Библия. Твои пули – это Слово Бога, Слово любви. Говори о Иисусе, потому что только через Него есть спасение. Вот почему этот диктатор сегодня запрещает имя Иисуса. Дорогой друг, сегодня создана Всемирная Церковь, и в ней ходят многие боги, но только не Иисус. Если там есть Иисус, то ему дано самое последнее место, и о нем даже не вспоминаю. Время ужасное. Этот диктатор пойдет в Израиль и сядет в храме,
и скажет и заявит, что он Бог. Ни один правитель еще не делал подобное. Ни один правитель не говорил о том, что он Бог. А антихрист это сделает. И он будет делать страшные вещи. Дорогой друг, прошу тебя, в это время ты не имеешь права жить в Великобритании, в Германии, в России и другие страны, которые будут в этой системе. Подобной системе, которая была раньше Советский Союз. Страны из 10 стран. Система или союз из 10 стран. Если ты меня сейчас видишь, и ты христианин, то помни, ты сопротивление. Ты можешь победить. Ты можешь победить. И ты обязательно победишь, потому что Иисус обещал, что ты победишь. Они могут забрать у нас тело, но они не могут забрать у нас душу и дух. Мы сильны. И мы можем дойти до конца. И мы дойдем до конца. И ничто нас не сломает. Помни, знай одно. Первое. Не принимай метку. Или микрочип. Вот такой маленький. 5-6 миллиметров микрочип. Который вводится через шприц. Не принимай его. И не принимай другие начертания. Если ты это примешь, то ты потеряешь душу. Потому что через это начертание, через глобальную сеть, антихрист сможет управлять твоим мозгом, то есть твоей душой и твоим духом. Если ты меня сейчас видишь и помнишь, то помни, ты сопротивление. Сегодня я прилагаю все усилия для того, чтобы помочь вам. Я еще вас не видел, я вас не знаю. Я живу совсем в другое время, когда еще все хорошо. Сегодня глобальные 100-тысячные церкви в городах и большое пробуждение. Но я знаю, что придет время страха. Бог лично открыл мне это и дал увидеть это. Поэтому я записываю это видео и говорю, ты победитель. Кто бы ни шел против тебя, он падет. Потому что ты идешь не сам, ты идешь с Иисусом. А Иисус это Бог. Бог твоего сердца. Ты победишь. Потому что ты сопротивление самого Бога. И сопротивляешься ты не против людей. Сопротивляешься ты против антихриста и его системы, системы бесов и сатаны. Ты победишь. Я верю в тебя. И да благословит тебя Господь.